Привет, друг, с тобой Канобу и главный редактор Денис Майоров. Сейчас я очень быстро, всего за одну минуту, расскажу тебе, что за игра такая в Forza Horizon 4. Поехали! Forza Horizon — это аркада. Если Forza Motorsport занимаешься автоспортом, то в Horizon на 300 км в час шибаешь заборы и в полях гоняешься за овцами. То есть проводишь время куда интереснее. Horizon выпуски не особо меняются, но все же становятся лучше. Это вообще лучшие аркадные гонки на сегодня. На сей раз фестиваль Horizon переместился из Австралии в Великобританию. Открытый мир в Horizon 4 для жанра сделан эталонно. Миллион разных гонок, режимов и активностей. Все это в онлайне с возможностью проходить состязания в кооперативе и просто вместе гонять по карте. Игру сложно назвать гринделкой, потому что контента в ней так много, что нелюбимые занятия можно игнорировать, без них всегда найдутся способы зарабатывать кредиты. Физика традиционно очень тонко настраивается, от уровня «Играю в NFS на клавиатуре» до почти Forza Motorsport. Тюнинг снова очень подробный, а автопарк огромный и местами экзотичный. Но самое занятное, раз в несколько дней в игре меняется сезон — лето, осень, зима, весна. Очень крутая идея для игры-сервиса. Минус тут, правда, в том, что реально отличается от остальных сезонов только зима, ну а весной и осенью просто дожди идут почти. Чаще. Вот такая Forza Horizon 4. В комментариях обязательно рассказывай, собираешься ли ты в нее играть. И, конечно же, ставь лайки, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну а после сразу беги на Канобу, у нас там полно материалов про Forza, про другие игры, про кино, сериалы, комиксы, книги, технологии, музыку, киберспорт и вообще про все самое интересное. Пока!